Я вас приветствую, дорогие зрители. Сегодня я пришел в район Оба, Верхний Оба. Квартира, которую я сейчас снимаю, находится в новостройке. Здесь есть мини-дизайн. Вся бытовая техника Бека. Против аллергии кондиционер Бека инверторная Allergy Smart. Так. Посмотрим, что здесь есть. Гранитная столешница, электрическая плита, вытяжка, духовка фирмы Бека, или Веком, кто как говорит. Мини-дизайн 1 плюс 1. Вот. Сразу покажу балкон. Термопакет окна, тихо, спокойное место. Расстояние до моря максимум 1300 метров. Сторона восточная. Неплохой вид. А это что за этот? Освещение вот заново покажу. Звой в камере. Бывает. Открытый бассейн. О. Есть сауна, фитнес. Генератор вот там спрятали. Открытая парковка снаружи. Ну, неплохая локация, скажем. Расстояние до моря 1300 метров. Вот здесь снаружи парковочные места везде есть. Всегда можно найти место, остановить машину. Теперь. Ой, шторы застряли. Быстро, коротко покажу. 45 квадратных метров полезная площадь. Здесь вход. Вот видите, дизайнер придумали зеркало прямо на дверь. Здесь вот такие штучки, тоже от дизайнера в подарок. Здесь санузел. Здесь Светлана, это где здесь? Так. Вот дизайнер еще такие штучки там сделали. А здесь что-нибудь придумали дизайнер? Нет. Нормальная кабинка. Картину зато такую интересную дизайнер поставили. Вытяжка тоже есть. Форточка. Так. Ну как вам дизайн? Напишите там комментарий. Там цвета, музыка какая хорошая. В спальне что за дизайн у нас? Да. Вот такую лампочку припендурили туда, в стенку. Могу забрать, если вам не нужна. Одна там, одна здесь. А как его включать? А, еще там, видите? А там не забыли, короче. Так. Вид со спальни, видит горы. Это зелень. Как я понял, фруктовый сад. Для IT-специалистов даже они, видите, удлинитель поставили. А это для, понятно, для кого? Для дам. Смотрю, что-то дизайнеры. А, лампочку зато не забыли. Там подвеску сделать. А, спальня здесь 12-13 квадратных метров. Полезная вся площадь от стены до стены. В общем, 45 квадратных метров. Я тут на глаз уже. Здесь 25. Здесь 6-7, еще 6 балкон, 5-6, так вот, 45 квадратных метров полезная площадь. Цена дизайнерской квартиры 165 тысяч евро. Звоните, покажу территорию, инфраструктуру. Рядом есть также маркеты там, сеть магазинов, недалеко от Кочташ, это магазин хозтоваров и тому подобное. Там еще много чего есть. Мигрес тоже в доступности. До торгового центра Метро здесь ходьба где-то 10 минут. Все, много не буду говорить, смотрите. На этаже 4 квартиры. Внешние блоки выведены в отдельную комнату. Здесь можно пользоваться как кладовка. Там поставить коляску ребенка, если есть, или что-то там.
Не украдут. Видео наблюдения 7 дней, 24 часа. Сейчас вызовем лифт. Лесенки тут. Так. Такой вот красивенький дверь. От меня вам подарок. Так, большой лифт. Этаж средний. Вместимость 6 человек. Видите, да, большой. Вышел я с лифта. Вот такая здесь. Фитнес. Санузел тоже есть. Вот здесь написано, уважаемые жители, часы работы спортивной площадки с 9 до 10. Пожалуйста, голыми не заходите. Так. Здесь сауна. Вот он. Пахнет сауной. Здесь можете потанцевать. А тут у нас беседка. Красиво сделали. Деревья посадили. Вторая беседка. И там еще третья беседка. Так. Барбекю. Угу. Уютный проект из одного блока. Показать фасад. Угу. Пятиэтажка. Генератор. Бассейн. Угу. Вот так выглядит бассейн. По размеру, как вы сейчас видите. 6-7 метров в длину. 3 метра в ширину. Айда 500 лир. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, пишем комментарии, снова говорю, пишите, пишите. Этот сертификат у квартиры, здания есть, так что это новостройка. И скан, как вы говорите, все есть. Порой меня спрашивают, технический паспорт. Так, вход. Вот вход. Этот проект. Вот дорога, где можно парковку сделать. И здесь можно парковку сделать. И там можно парковку сделать. Все, жду вашего звонка. Всем пока-пока.